Итоговый показ моделей воспитанники Бийской художки в такой форме под открытым небом проводят впервые. Вся одежда сконструирована и сшита своими руками. Помимо того, что они делают показы, у них была защита дипломных работ, где они отшивали кукол, дипломную предоставляли, и итоговое занятие – это непосредственно изделие, которое они отшили и показали. Юным дарованием модельного искусства от 10 до 16 лет. Всего около сотни участниц показа. Для некоторых из них выход на подиум в качестве учащихся детской художественной школы – последний. Дальше выбор – или превратить увлечение в карьеру, или оно станет первым помощником по жизни. Вообще, раньше, в 3-м классе, я планировала связать свою жизнь с моделированием, и это натолкнуло меня, чтобы пойти в художественную школу. И умеешь шить, никогда без куска хлеба не останешься. Выбор Ксении скорее исключение, чем правило. Все-таки большинство выпускниц делают выбор в пользу карьеры. Свои таланты и знания, полученные во время обучения, намерены применять в модельном бизнесе. К тому же у многих уже есть опыт выступлений на международных конкурсах. Даже было участие за границей, где мы привозили места. Второе или первое, по-моему, место привезли из-за границы, участвуя в конкурсе модельеров. Посмотреть было на что. В любом из нарядов и в пир, и в мир. Образы начинающих модельеров и стилистов продуманы до мелочей. Шляпки, сумочки. Среди зрителей, родителей и случайные прохожие, которые, глядя на происходящее, забывали о спешке и останавливали зачарованные гармонии, созданные бийскими девчонками. А может, кто-то и фасончик уже готовый на лето себе приглядывал. Марина Волкова, Андрей Стегаев. Будни.